Итак, я начинаю сначала, потому что что-то у меня случилось с этим. Нет, нет, вы продолжайте. Итак, значит, мы перед вами яблони, которые, ну, можно считать, хотя и есть паршинки, можно считать, выдержала холодную весну, холодное лето, холодную осень, и все это с дождями. Вот, выглядят вообще яблони, да, неплохо. Вот они, вторая. Вот она, третья. Не думайте, это вьюн ее портит внешний вид. Вот так они выдержали это. Парши минимум. В Москве я видел гораздо больше, когда там был. В общем-то, неплохо. Значит, последняя, которая задержалась плодоношением, это яблони, которую я долго считал, что это Golden Delicious. Так, вот это, и самое интересное, что они все разномастные, заметьте. Вот такой вот. И крапчатая, и зеленая есть. Нет, я имею в виду по крупности. Вот это, казалось бы, с другого дерева. Нет, смотрите сюда. Вот видите, вот это вот. Смотрите, смотрите. Это тоже с этого. Но почему они все разные? Интересно, да? А самое интересное, вот это последнее чудо. Вот, знаете, я растерялся, раз это не Golden Delicious, то я взял, вот оно, и придумал новое название. Golden — это значит золотое, пусть это не Delicious, пусть это будет Golden железово, скромно и со вкусом. Дело вот в чем. Дело в том, что оно увеличилось, если не два, то в полтора раза. И это не значит, что это один такой плод. Вот тут возьмите в руку, вот, полюбуемся. Дело в том, что вот это примерно тянет грамм на 450, так? Ну, у меня же глаз набитый. А я привез чернобаю, которому хочу вас отвезти. Привез 500 граммовое. А он сорвал с дерева 540 грамм. Это я потом, он мне его дал на взвешивание. То есть, получается, я железо проиграл спор, при том, что это мой сорт. При том, что это я поделился черенками. И вот, и я горжусь тем, что у него получилось 540, то есть больше этого еще на 100 грамм. Вот так вот. Вот, вот они, голубчики. А последнее, я переживал, что оно упадет, и кому я докажу, что это действительно яблоня трехлетка. Вот, видите, что это здесь росло. Проверьте, не прицепил. Знаете, 30 лет назад, когда у меня 25, пошли первые огромные плоды. Я же изобретатель. Вот, знаете, что говорили? Что я у черных покупаю на рынке. Так и говорили. Хотя слово черных нехорошее слово. Вот. Так и говорили. А что потом делаю? Ну, наверное, цепляю к деревьям. На проволочку. Что? Наверное. Ну ладно. Это сюжет номер два и до конца. Он сильно короткий. Смотрите. Итак. Нет, это, наверное, следующий будет. Он очень важен. Пока, друзья мои. Раз меня ругали за длинные сюжеты, получайте, отключаюсь.